самые свежие и самые полные сведения от главного врача городской больницы Алексея Леонидовича Ладыжева. За последние сутки обращалось 5 человек по поводу ОРВИ. За последние сутки, опять же, пневмоний не было. Поэтому, в принципе, пока ситуация стабильна. Случаев, которые подпадали бы под определение COVID-19, пока не зарегистрировано у нас. Ну, я знаю, у вас лежит один с воспалением легких. А как вы отличаете вот, воспаление легких от возможного потенциального коронавируса? Естественно, ведется опрос, был ли контакт, потом смотрится клиническая картина. То есть, в принципе, я еще раз говорю, что пока не было случаев, которые бы подпадали под определение такого случая. Ходят слухи какие-то о не очень хорошие о роддоме. Как вы можете их развеять? Эпидемия объявлена, но при этом никто не отменял реформу, которая будет в любом случае дальше двигаться. И с 1 апреля мы вступаем в новые правила игры, которые, опять же, никто еще не до сих пор не отменил. То есть, как бы... Но Емец вроде как подвинул немного, или нет? Ну, Емец сегодня уже в отставке. Ага. Да, а нового нам никто не назначил, еще министра, да. Поэтому как бы, что произойдет за этих 2 дня, за сегодня, за завтра, пока неизвестно. Но Национальная служба здоровья Украины предупреждает о том, что мы начинаем все-таки с 1 апреля работать в том режиме, в который предполагался еще до развития этой эпидемии. То есть, единственное, там могут быть определенные нюансы, но как бы все должно запуститься в том режиме, в котором предполагалось. Поэтому будут, естественно, изменения и в нашей структуре, и в нашей штатной численности сотрудников, и в режиме работы отделений. Да, то есть то, о чем я предупреждал, что, к сожалению, количество родов в городе Славутичи не позволяет нам содержать акушерское отделение в составе нашей больницы. Естественно, мы будем реорганизовываться, и с 1.06 родильное отделение будет закрыто. Но при этом мы на прошлой неделе ездили в город Чернигов, в роддом Черниговский, городской роддом, и имели договоренности с главным врачом, что они будут принимать наших пациенток уже начиная с 1.04. Да, то есть, чтобы туда попасть, нужно с акушер-гинекологом женской консультации взять у него направление, и в срок уже определенный, да, уже можно в сторону Чернигова уже сейчас двигаться. Традиционный вопрос, мы тесты получили? Да, в пятницу нам Киевская областная администрация распределила тесты, 50 штук сейчас у нас есть, но, опять же, изменился приказ Министерства охраны здоровья по поводу нашей работы вообще в условиях эпидемии. И там есть нюансы. То есть определен строго очерчен круг пациентов, которым нужно делать эти тесты. Это не всем в подряд. Это только если семейный доктор будет иметь подозрение пациента, что этот случай будет подпадать под болезнь COVID-19. Хорошо. Ну, вот у нас сейчас, слава богу, мы без COVID-19 обходимся. Вообще, насколько я знаю, по Черниговской области всего 2 случая. Вот. Мы как бы территориально на Черниговской, поэтому в данном случае мы вроде бы как под нее подпадаем. А готова ли наша медсанчасть, если, не дай бог, все-таки такой случай произойдет? То есть, есть ли костюмы соответствующие, маски соответствующие, есть ли тенденции или правила подхода к этому больному и так далее, и так далее? Да, мы, в принципе, еще на прошлой неделе к этому готовились и на позапрошлой. У нас есть минимальный запас средств индивидуальной защиты. В самом худшем случае нам их хватит дней на 4-5, в лучшем случае на пару недель. Да, то есть все будет зависеть от развития ситуации. И спрогнозировать, к сожалению, это невозможно никак, просчитать, сколько таких случаев будет. Опять же, мы должны понимать, что не все пациенты должны быть госпитализированы. То есть госпитализируются только пациенты средней
тяжелые и тяжелые. Да. Легкие формы не госпитализируются, находятся на самоизоляции. Средства. Вот хватит ли у вас их запасов? Насколько я знаю, на прошлой неделе было у вас 100 литров. Вот хватит ли их сейчас? И если вдруг вот что-то произойдет, готовы ли? Для потребностей больницы у нас запас достаточный. Mm-hmm. Да? То есть и средств, и антисептика у нас на данный момент в достаточном количестве. Мы не можем спрогнозировать точно, какой у нас будет расход. Да? То же самое касается средств индивидуальной защиты. То есть невозможно просчитать, насколько будет, сколько пациентов будет, на какая будет у нас нагрузка. То есть, в принципе, на первое время у нас на данный момент достаточно и средств, и средств индивидуальной защиты. И, насколько я знаю, водоканал тоже сделал какие-то предложения, что если у вас будут проблемы. Да, но эти средства больше касаются уборки влажных систем. Да, то есть мы с ними связаны, скажем так, они нам обещали помочь, и как бы это очень хорошо. Предприниматели нам помогли и с закупкой и тех же самых, вот должны еще партия приехать тестов и средства индивидуальной защиты, и помогают вообще как бы разными вещами, поэтому большая благодарность, они молодцы. Лечение от коронавируса будет происходить за счет больного или за счет государства, или за счет больниц? Значит, четких протоколов на данный момент украинских нету, да, мы понимаем, что если речь идет о тяжелой вирусной пневмонии, то мы должны применять антибиотики и так далее. То есть у нас есть минимальный набор антибиотиков. Конечно, если речь пойдет о каких-то антибиотиках резерва, которые очень дорогие и так далее, то будем искать средства, может быть, в том числе за счет благотворительности, да. Но на данный момент минимальный набор лекарственных средств у нас есть. Готовы ли ваш медперсонал, ну, скажем, обеспечить лечение двух или трех больных сразу? Ну, кто следит за новостями, те видят, что, в принципе, начинается с одного-двух случаев, а потом это, к сожалению, идет в геометрической прогрессии, да? То есть, в принципе, если мы увидим хотя бы один случай здесь, в Славутиче, то мы уже будем разворачивать более, скажем так, мобилизацию проводить средств и людей в том числе. То есть вы к этому готовы, скажем? Ну, морально готовы. И предлагаем вашему вниманию интересную информацию, которая появилась в воскресенье на YouTube-канале Ars UA. Коронавирус – відповіді на поширені запитання Міністерства здравого глузду. Рекомендуем посмотреть на их YouTube-канале.